Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сейчас я нахожусь на своем балконе. И как вы видите, у меня тут заросли. Здесь у меня бугенвилья цветет. Я вам обещала снять, когда поставлю свою полку. Вот мы с мужем привезли полку. Она сюда вписалась вообще хорошо. Еще видите, как светло стало? Это моя волшебная лампа. Тоже переехала. Давайте я вам вкратце быстренько покажу, что я здесь поставила. У меня просто большинство растений везде по квартире стоит. И на балконах еще два балкона, еще там две комнаты, здесь большой зал, гостиная. И здесь у меня мало растений. Русселия. Не помню, показывала ли я ее вам или нет. Ну, чувствует она себя хорошо, она даже цвела. Здесь у меня на окне кое-какие авокадо. Ну, эта полочка здесь уже была. Ну, здесь одышки вот переставила. Они у меня на балконе стояли. Я решила их переставить сюда. Кстати, у меня была пересадка спатифилума сенсация. После видео я обрезала у него три листа. И он у меня две ночи просто ночевал в ванной комнате. Ну, что я могу сказать? Он чувствует себя, ну, пока, по крайней мере, хорошо. Видите, он поднял листья, он ожил. Ну, думаю, что он поправится. Если бы были гнилые корни, как мне многие пишут там, то он бы никогда в жизни бы не поднял листья. Так что все хорошо. Это мой взрослый адениум. Сохранился. Мой красавчик. Он даже, видите, прививка на нем. Мадам Баттерфляй осталась. Здесь у меня хоечка вот такая вот. Красавица. Ой, забыла вообще сорт. Вот если кто знает, напишите, пожалуйста, сорт. У меня просто было все как-то подписано и все утеряно. И теперь я даже уже и на память-то, знаете, не помню. Честно говоря. Мне нравится она такая. Листья у нее декоративные очень. Вот она моя полочка. Растений на себя, конечно, она очень много собирает. Она меня прям выручает в этом плане. И вот это, что полочки так расположены, как ступенечками, они друг другу не мешают растения. Очень хорошо. Ну, сейчас я акцент сделаю на адениумы. Это все, что у меня осталось. Ну, я думаю, сейчас за зиму с таким светом мы нарастим попочки. Кстати, буду пересаживать, обязательно сниму видео, потому что мне нужно у них поменять грунт. И вот тут вот малыши у меня стоят ниже. Да, у меня малыши еще есть, конечно, там. Все вот нужно пересаживать. Вот как куплю горшочки и сразу сниму видео по пересадке. Дыня. Ну, она у меня прям все лето цветет. У нее новые бутоны появляются и появляются. Здесь бордовая моя теплодения. Но она у меня в этом году не хочет цвести. Здесь тоже белая. Красотка моя еще одна распускается. Скоро прям распустится.
как я рада, что у меня сохранился этот сорт диплодении махровой. Я ее просто обожаю. Красоточка моя. Тоже вся в бутонах. Там вот еще третий бутон. Ну, здесь мои кофейные деревца стоят. Ну, растения ожили. Ожили наконец-то. После такого переезда. И как они у меня еще одни жили без меня. Вот поэтому и много потерь. Ну вот еще с этого ракурса прям красиво. У меня просто здесь диванчик стоит, и за диванчиком сразу джунгли начинаются. Ну люблю я растения, что теперь сделать? У меня есть на канале видео, как у меня появилась эта полочка. Если кому-то интересно, можете посмотреть. Ссылка будет под видео, можете посмотреть. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.